Здорово всем, друзья! Вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Ну что ж, мы продолжаем проходить Wolfenstein Youngblood. И мы в той части с тобой благополучно проникли в Брудер 3. Короче, мы здесь поубивали всяких нацистов, фашистов, всяких уродов. Хорош, блин, вещать. Где-то еще? Ну-ка, дай-ка я тоже это расхерачу. На всякий случай. На всякий случай, если нам придется с тобой здесь вдруг обратно возвращаться, чтобы не подняли они никакого кипиша. Почему топорик не берется? Отлично, взялся. Пойдем, нам дальше с тобой куда-то надо идти. Я не нашел здесь никакую дискету. Не нашел никаких здесь данных о том, как вырубить беспилотники. Короче, я где-то это просто просрал. Так, что, опять нажимать кнопку? Ништяк. Опять танцы роботов. Так. А, найти главный сервер. Пошли. Да открывай ты уже быстрее. Короче, девочки, сейчас вы подходите к научному архиву. Главный сервер, похоже, отключен. Его надо включить для того, чтобы я могла взломать систему. Да, вот что, берегитесь защитных турелей. Кого беречься? Защитных? Защитных турелей? Эй, давай на этот раз без шума. Давай попробуем без шума. Давай. Не, ну явно он тебе хрени надо нажать. О, там стоит один. Тихо. Лови топор. Самое главное... А, вон турель засветилась. Тихонечко. Сейчас мы все сделаем как надо. Я думаю, что мы сделаем как надо. А можем и не сделать нифига. Надеюсь, что получится. Так, что у нас здесь есть вкусненького? Монеточки. В темноте, конечно, ходить не очень прикольно. Я не могу понять, это турель или наблюдение? Будешь шуметь, сестра. А, там еще с другой стороны. Тихо. Да как ты поднял тревогу-то, ё-моё? На, скотина. Ладно, короче. Не получилось по-тихому, будем по-громкому. Вон она, турель эта грёбаная. Да сгори ты. Да сволочь. Почему не попадает в нее? Все. Нет больше этой турели. Короче, я зажгу свет. Раз никто не против, я зажгу свет, потому что я уже ни хрена не вижу просто. Так, чё-чё? Максимум гранат? А, вот еще одна турель. Тихо. Все. Больше никто не поднимет здесь кипиш никакой. Ахтунг-ахтунг. Пойдем, Ахтунг-Ахтунг, пооткроем это говнище. Так, опять терминал. Никакую дискету я не нашел, жизнь у нас по максимуму. Давай, вставай с той стороны, открываем. Да открываем уже. Так, питание есть. Займитесь комендантами башни, убейте их, возьмите ключи и откройте мне доступ к главному серверу. Поняла. Комендантами башни? Осторожно, здоровяк атакует. Какой здоровяк? Я лично здоровяка не видел. Я вот здесь обойду сейчас потихонечку. Будем действовать тихо, больно и аккуратно. Давай на этот раз без шума. Вроде кипиша нет, поэтому... Будем потихонечку. Спокойно. Где-то же здесь должен быть комендант. Где-то внизу. Ничего не понимаю. Ты хочешь пробраться по тебе? Вон комендант, вижу. Воу, воу, воу. Не получилось по-тихому.
Вот комендант, вот он, вот он, вот он, вот он. Блять, там робот. Тихо, 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 коменданта нахер. Он тебя сейчас раздавит. Я тебе предлагаю тут валить. Ой, бля. Ни хрена себе. Да что ж такое-то? Спасибо, Джесс. Надо куда-то валить. Тихо. О, я вижу его. Убана. Охренеть, что он творит. А, у меня же есть вот что. Интересно, его хоть как-то, вообще это заденет? Хотя хер с ним. Да что такое? Почему? А, у меня патроны кончились. Да ё-моё. Хорош, блин, ничего же не видно. Давай вот так вот башку ему снесем просто, да и все. Я вот так из-за угла буду башку ему сносить. Вот так, вот так. Так, тихо. Где ты? Так уйди от него, какого хера ты к нему лезешь? Надо вот отсюда его просто жахать, да и все, что ты. Не лезь к нему, пожалуйста. Молодчина, Джесс. Не лезь к этому уроду. Ну, спасибо. Тихо. Да, короче, сверху нужно его жахать. Где он? Давай, 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 давай. Бля, вот это дерьмо, а. А-а-а, сгори, сволочь. Ну-н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 у. Ты как, когда у него броня кончится, ё-моё. Ёшкин барабашка. Сейчас, 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 я попробую тебе помочь. Я попробую тебе помочь, но ничего не обещаю. Давай, 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 давай. Все, 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 все. Бля, бля, бля. Да все уже, помощь не нужна тебе, нихера. Не ври. Не ври. Все, чуть-чуть ему осталось, короче. Ёп. Спасибо. Да на... Да какого хера? Иди сюда. Да... Ты задолбала, честно я тебе скажу. Тебя поднимать задолбался уже. Я в самом деле. Я тоже в деле. Этому большому роботу осталось чуть-чуть. Атакую разрушителя. Так. Сейчас, 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 сейчас. Уйди ты, блин. Он тебя сейчас сожрет, там собака еще. Дай пробегу, дай пробегу, дай пробегу. Ну давай, сдохни. О! Давай, на тебе еще жизни. Да все, ему кранты. Спасибо. Да сдохни. Джесс, ты прямо в ударе. Там еще собака осталась. С собачкой будет немножко посложнее, вернее попроще. Единственное, у меня ни хера не осталось этого. Сейчас я ее вот так вот поджарю немножко. Она, короче, пытается одна убить собаку. Вот дура. Где собака? У нее же нам на жопе это. У нее же на жопе это говно. Давай, 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 отвлекай. Так, спокойно. Сейчас, 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 сейчас. Блять, кончились патроны. Из чего я стрелять-то буду теперь? На гранату. Еще одну возьми. А, ну все, короче, и гранты. Псинка, прощай. Фух, мы с тобой справились. Все, мы с тобой справились. Осталось забрать ключи комендантов, обобрать здесь все, потому что, я думаю, будет отход жесткий. А у нас с тобой ни хрена нет патронов. Давай-ка мы здесь все обберем по-быстренькому. Честно говоря, я не ожидал такой подставы.
Помимо этого огромного большого робота, это ладно, это херня. А вот собака откуда взялась, я так что-то и не понял. Так, жизнь мне нужна? Нет. Жизнь мне не нужна, мне нужны каски, шмаски, всякие хренаски. Сейчас я здесь ключик заберу у коменданта один. Ну, возьми. И еще один. Ключ хорошо, ключ это вообще хорошо. Так, а где мы этого здорового грохнули? Вот он. Вот он. Вот от него должно быть всякого говна здесь дофига просто. А у него же оружие было. Я почему-то не могу найти его оружие. Что-то я не понял. У него же было оружие. Мы добились больших успехов благодаря вам. Нацисты теперь вас сильно боятся. Похвально. Правильно и делают, что боятся. Мы им точно глаз на жопу натянем. Ладно, все. Хрен с ним. Что есть, то есть. Не могу понять, где у него оружие. Вот. Забираем второй ключик. Мы взяли ключи, Эпстер. Круто. Теперь откройте мне сервер. Ага. Сейчас мы, короче, откроем сервер, и выскочат еще какие-нибудь уроды. Нет, я пойду поищу все-таки оружие. Куда оно, интересно, отлетело? Бля. Искрит еще. Он же жахал такой пушкой классной. Блин, ну это плохо. Эбби, а, стой. Ты раньше с нацистами встречалась? Разок. Ладно. Хрен с ним, пойдем. Откроем. Что будет, то будет. Ничего страшного. Парень меня чуть не убил. Мама бесилась. А мне по приколу. Погоди. Сервер открыт, Эбби. Сейчас, подождите. Я вошла. Сейчас да, точно опять уроды будут. Главный сервер Брудера 3 наш. Молодцы, девчата. Теперь уносите ноги. Сваливаем. А куда сваливать-то, скажи мне? А, разблокировать короткий путь, пошли. Пойдем разблокируем. Продолжай, Эбби. Разок. Искала сторонника нацистов в рядах ФБР. А он меня чуть не убил. Мама бесилась. А мне по приколу. Ого, я бы ужасно испугалась. Да, твоя мама любого напугает, Эбби. Сейчас будут опять дикие танцы. Ну, я же сказал. Надеюсь, здесь внимание, не будет много нацистов. Нацисты отправили за вами поисковые группы. Зашибись. Осторожно. Ну, погнали. О, да. Нацисты отправили за нами поисковые группы. Да насрать на этих нацистов. Вон они. Это как... Я думал, что я не... меня не видно. Да на гранату иди нахер. Жахнуло. Так. Бля, что это за пукалка? Опять этот суперсолдат гребаный. Может, патроны здесь есть где-нибудь? Ладно, вот эти патроны я возьму. Сейчас еще каску возьму. Завалим этого суперсолдата. Да сейчас завалим. О, я знаю, кого я сейчас завалю. На. Спасибо. Так, спокойно здесь. Блин, это куколка вообще. На гранату. Да чё за херота? Ну-ка дай-ка я пушечку возьму свою. Ну-ка. Бля, кончилось. Кончилось, короче говоря, моя пушечка. Тихо. Обойдем его. Тихо. Отлично. Только бегать теперь придется от них. Ай, гранаты-то нету.
Ай-яй-яй, что, и это кончилось, сейчас что ли? Сейчас вынесем суперсолдата! Подожди. Так, минус. Да когда ж ты сдохнешь-то? Мне кажется, собака, сука, вздыхала быстрее, чем ты. Фух. Ладно, я возьму его пушку. Тут у него 40 патроночков осталось. И это очень хорошо. Сейчас придется выкинуть ее. Давай на самом деле обберем. Может быть, здесь все-таки есть какие-то патроны еще. Хотя я здесь все облазил. Здесь нет больше... А, нет, есть. Ты смотри. Все-таки есть. Все-таки есть. Все-таки нашел. Максимум здоровья, максимум брони. Там у нас закрыто с тобой. Значит, сюда. Ну, погнали. Погнали отсюда. Угу. Так, здесь ничего нет. Открыть дверь. Нормально, такую дверь мы сейчас откроем. Охренеть можно, как домкрат работает. Ой, там кто-то уже нас палит. Девчат, я расшифровала фрагменты старого тайного послания генерала Латара кому-то неизвестному в Берлине. Послушайте. General Messer, Sie haben mich gefragt, was ist Ihre Vision, Lothar? Вы как-то спросили меня, как... Чё-чё, ну, во-первых, мое видение простирается куда дальше, чем планы дурачков из Берлина. Я узрел будущее. Темные тучи сгущаются над Европой и миром, генерал. Наводнения и бури уничтожают целые страны. Только я смогу подготовить Рейх тому, что грядет. А лаборатория X... Помехи. Есть еще. Просто я не успела расшифровать. Да я понял, что ты не успела. Ты знаешь, что меня возмущает очень сильно? Ты видишь этого робота? Я тоже его вижу. И он, сука, в рабочем состоянии. Понимаешь? Он в рабочем состоянии. Поэтому надо как-то отсюда валить по-тихому. Чтобы он нас с тобой не спалил. Так, жизнь у нас есть. А как мимо него пройти, если у нас... Ну, только опять, если... По низу. Да спрячься ты, дура. Сейчас спалит, мы с тобой, блин... Не унесем. Мы не унесем с тобой ног. Не хочешь шуметь, сестра? Нет, я не хочу попасться. Все. Тихо. Уходим, 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 уходим. Уходим так же, как пришли, короче. Потому что если нас это говно заметит, нам трындец. Самое интересное, что мы с тобой даже переместиться не можем, потому что не можем. Хотя странно, мы уничтожили Брудер 3, разнесли всех здесь нациков. Какого хера здесь робот-то остался? Почему в рабочем состоянии, я не понимаю. Я лично против, чтобы он в рабочем состоянии был. Хорошо, что он нас не видит так далеко. Надеюсь, если мы с тобой поднимать не будем шума, нас никто не заметит. Так, 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 так. Опа. Ты знаешь, я хочу все-таки пройти и посмотреть поверху, что там есть. Блин, лазеркрафтверком открывается. О, зато вот это вот открывается тем, чем надо. А что здесь? Хм. Непонятно, но можем попробовать открыть. Запалят, свалим. Тихо. Ну я ж сказал, запалили. Мне кажется, лучше свалить отсюда. Толку, мы Брудер 3 уже прошли, так что, мне кажется, нужно просто свалить отсюда. А, подожди, если мы с тобой сейчас свалим, то мы не откроем метро, да? Ну да, по идее, мы не откроем метро.
Потому что метро где-то там, где-то там. Ладно, пошли отсюда нахер. Хотя мы можем, в принципе, повеселиться. Если не получится веселье, мы с тобой отсюда в любой момент можем отвалить. Пойдем повеселимся. Чего мы прячемся? Дураки. Попробуем незаметно. Во. Тихо. Чё-чё? Чё ты там сказал, урод? Бля, ну ты утырок. Спокойно. Спокойно, нас, в принципе-то, никто не видит. Мы здесь по-тихому ёпта! Да я тоже заметил. Подожди, подожди, подожди. Все, нет больше робота-солдат. Ух ты! Тихо. Я наверх. О! Комендант. Опа. Так, коменданта я убил. С кем еще повеселиться можно? Только не с тем огромным роботом. Я не хочу. Не хочу веселиться с этим огромным, блин, роботом. Ты откуда? Спокуха. Все будет хорошо. Ворота какие-то. Беспилотник, что ли? Нормально все. Пошли. Бля, у меня этих нету. Гранат нету. Это как так-то? Здесь патроны кончились. Это что за херота? Ладно, Ты чё, бля? Оборзел, что ли? Может быть, даже попробуем главного грохнуть. Да отдай, бля. Может, попробуем главного грохнуть этого робота? Не нравится, понимаешь, мне его. А вот и метро. Пойдем разблокируем метро. Открыть метро. Все, теперь метро нам с тобой доступно, и мы в любой момент можем через метро свалить. Окей, хорошо. Пойдем попробуем этого робота задрать, короче. Мне кажется, у нас может получиться что-то из этого. Но он... Охренеть, какого уровня? Не, я просто пройдусь, посмотрю, что здесь есть вообще. Не буду задирать этого огромного робота. Ага, гидрант. Гидрант, хорошо. Не, там беспилотники, пошли отсюда. Пойдем, там много, там просто дохерище беспилотников, дохерище всего. Нам здесь делать больше с тобой нечего. Так что погнали отсюда бегом. Так, ну что, куда перемещаемся? Я думаю, что в катакомбы можем, да? Радиопропаганда, украдены научные материалы. О, а у нас всего дохера. Да. Давай-ка мы с тобой в катакомбы переместимся. Отлично. Так, кому что отдать? Здорово. Кому что отдать? Наверх нужно идти и отдать. Здрасте. Наверху. Так, пошли. Как Привет. Раз сейчас мы с тобой зайдем в оружие, пополним. Полный бак нам, пожалуйста. И пойдем все раздавать. Раздавать пиздюлей, пойдем нацистам потом обратно. Так, где-то здесь были гранаты. Где-то здесь были гранаты. Хер тебе, а не гранаты. Так. Нет, это не то. Не то. А, вот. Удачно прошло задание. На, чемодан. Merci beaucoup. Не за что. Теперь мы получим крайне важные сведения о настроечном устройстве. Одном из артефактов Даат и Худ, которые якобы лежат в лаборатории X. Très intéressant, non? И что из этого следует, не знаю. Это чем-то нам поможет вообще? Денвиль, есть новости? С помощью кода мы прекратим пропагандистские радиопередачи. Нацисты больше не смогут отравлять умы парижан. Браво, Лефий. Да не за что. Так, где-то еще я есть задание. Там кое-что интересное. Здорово. Найти центр допроса. Отправляйтесь в маленький Берлин.
В нацистском центре допроса есть видеокассета, записанная генералом Лотаром Брантом. Так, что там? На ней хранятся важные сведения о лаборатории X. Угу. Но я знаю лишь примерное место хранения. Да похер, найдем. Что-то там, Б-гамма? Насрать, наверняка найдем. Там охрана. Давай, короче говоря, прокачаемся. Ух, как у меня много монет, ты посмотри. Ты просто посмотри, сколько у меня монеток. По-моему, здесь у нас с тобой все прокачано. Нет, 25 уровень нужен, понятно. Вот это вот говнище надо прокачать. А он прокачан. Он реально прокачан. То есть он прокачанный и такой говнястый. Так, электро... Во! Сейчас мы ему прокачаем. Что это здесь такое? Так, 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 защитное удобство. Урон. Давай, покупаем. Так, аккумулятор лучше, увеличенный, естественно. Так, катушка, что дает? А, урон, давай, берем. Ух, и ложа. О, какая-то мощная пушка у нас с тобой получается. Расцветка, расцветочка какую-нибудь красивую, да? Давай, сделаем красивую расцветку. Лунный боец, нахер надо? Я тебе что, с луны, что ли, свалился? О, 1000! Обалдеть! Типа весь в крови, да? Даже не знаю. Вот тоже красный неплохой. Зато сотку стоит. Я за то, чтобы рационально использовать деньги. Так, здоровье увеличивает максимально до 175. А сборщица брони... Так, броня. Ага, до 175. Раз. Так, это что? Бездонный карман. Вы можете носить в инвентаре тяжелое оружие и улучшать его. Отлично. Сверхтехнический бросок. Выкидаете, понятно. Сила. Сокрушение стоит 5. У меня 2 штучки осталось. Так, значит, покупаем вот это. И все. Больше нечего покупать. Что у нас в коллекции? Коллекция какие-то тексты, херексты. Не, не интересно. Так. Бум-б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 ум. Где здесь дырка была, в которую надо упасть? Здоров. Вы вряд ли помните. Где здесь дырка-то? Вот дырка. А вот и дырка. Короче, сколько у нас с тобой... Так, в маленьком Берлине есть задание. Какое? Кассета с данными и найти Брудер 1. А, и уж еще оружейник Клод. Так, безмолвный аванпост. Лазерный таран. Нет, давай на самом деле отправимся за кассетой с данными. Видеокассета, по идее, лежит в нацистском центре допросов. Нужно ее найти. Кассета в нацистском допросе. Хорошо. Хорошо, пойдем посмотрим, где это. Я знаю, что здесь супернацист. Фашист, нацист. Где-то здесь. На, жри! Тихо. Вон он стоит. Сейчас я подкоплю, короче, немножко, добегу до него и оторву ему нахрен голову. Давай на этот раз без шума. Давай, постараемся. Так, вот идем тихонечко, тихонечко, такой, на, бля. И спрятались. Теперь нас не спалят. Единственное, там кто хуй... Ой, бля, беспилотники. Че, может, им жопу надерем? Они, по идее, больше не смогут же поднять этот. А, я знаю, что есть. Что надо, знаю. Тут же есть супероружие. Сейчас я возьму это супероружие. Сейчас потихонечку, потихонечку, потихонечку. Вот этому дадим пиздюлей. Сейчас вот сюда тоже швырну. На. Отлично. А теперь, короче, собаке трындец сделаем. Так, тихо. Так. Ты давай этой займись, а я собачкой. Что-то она, блин, не особо прогорает-то.
Поджарь. Давай. Все. Отлично. Кто мне стреляет? Не понял. Жахнуло. А, это робот. Робот-гомосек. Их здесь много. На гранату. Сейчас я перезаряжусь. И я тебе помогу. Бля, скотина, а. Вот то, что они прыгают, конечно, так это вообще не есть хорошо. Опа. Сейчас я так ему отдай. Да отдай, ты все равно не умеешь пользоваться, сволочь. Че там? Беспилотник? Насрать на беспилотник. Так, что у нас здесь с тобой? А, твоя доля. Я спрятал твою долю денег на продажу контрабанды около твоей машины. Она припаркована слева в переулке, рядом с памятником в честь инаугурации. Ты был прав, за эти вещи дают кучу денег. Не знаю. А потайной вход в Брудер 1, это мы с тобой уже читали. Пойдем найдем эту дискету. Нам дискетка с тобой нужна. Где-то она тут должна быть. Где-то здесь. Так, здесь что у нас? О, жизнь. Жизнь нам не нужна. Ладно, пошли. Где-то здесь. Я через окно, если что. Спорим, что я найду ее раньше тебя, Джесс. Давай, кто быстрее найдет кассету. Какую в жопу кассету? Берегли Париж. Настал час освободить Париж от нацистов. Я вот монетки нашел. Блин, как ты меня испугала. Опять ты пугаешь меня. Ах ты! Сдохни! Да, блядь, сдохни! Пожалуйста, умри, а! Ну чё, попробуем незаметно. Я вой, командант! Шикни за штаку! О, командант! Иди сюда, командант! Сейчас ты умрешь, скотина нацистская! Чё, ты справилась там? А, блин, не то оружие взял. Сейчас все будет хорошо! Сейчас! Все в порядке. Я здесь. Своим супероружием. Так, Патрики забрать. Боже. А умри ты, гестапо. Гребаный. Давай найдем кассету, Соф. Подожди, да давай сначала убьем всех. Как же мы будем искать с тобой кассету, когда здесь столько говноедов ходит? Спасибо. Так, еще один там, да? Да нет, не один. Вау! Охренеть. А какой командант-то, я не понял. Здесь еще командант. Тихо. Сейчас. Что-то я не вижу здесь больше никого. Я грохну нациста. Да я тоже могу грохнуть нациста. А где он? Твою ж мать. Я думал, это Джесс слева. Сука, я убегаю. Спасибо. Граната? Давай, Софи, режь свиней. Все. Так, там где-то на втором этаже. Кто здесь спрятался, а? Скотина. Оберкомендант гребаный. Так, короче, нам с тобой нужно найти кассету. А кассету где мы можем найти? Где нам найти кассету? Так, сначала... О, дискета. Может, с чем-то важным? Да, 100% важное. Я думаю, что мы ее с тобой расшифруем, но только чуть попозже. А где я видел этот? Так. Ключик. А, вот эти хили открывать. Слушай, да их здесь до хера. Не то. Блин. И что, я вот этим буду сейчас заниматься? Не-а. Короче, это не то. Охренеть, да тут ящиков, блин, я до завтра открывать буду. А нет, нет подсказки какой-нибудь нету? Какая-нибудь подсказочка? Ну, типа, лежит слева вверху, наверху где-нибудь. Понятно, короче, нам никто с тобой не поможет. Будем как дураки открывать двери. Это, я так понимаю, чтобы увеличить игровой процесс, они это сделали, да?
Так. Здесь нет. Зашибись. А ты-то что стоишь? Иди открывай тоже. Неа. Какого хера она стоит? Помнишь, папа постоянно говорил о ливнях и грозах. Неа. Неа, не помню. Может, просто боялся Неа. Промокнуть. Слушай, она вообще ленивая жопа. Она ни нацистов не убивает, короче. Ни ящики не открывает. Бесполезное существо. Ну, правда, иногда, конечно, поднимает, если меня убивают. Не, не то. Да что ж такое-то? Не, не то. Фух. Не, не то. Да ну, что это за фигня? Неа. Нормально. Здесь нет. И так прошло 3 часа, да? Неа. Обалдеть. Не, не то. Офигеть можно. Да сколько ж их здесь? Неа. Да ну нахер. Не, не то. Обалдеть просто можно. Не то, не то. Я уже открыл, блин. Охренеть, сколько их. У меня уже рука устала. А точнее, у меня палец уже устал на X нажимать. Здесь нет. Зашибись. Я так понимаю, что нужно будет все их открыть, да? Их 3 этажа, блядь. Жопа-то. Не, не то. Это смешно. Это не, забавно не и смешно. Здесь нет. Она уже такая... может быть, пойдем домой? Может, пойдем поедим? Потом продолжим? Блин, еще с этой стороны. Еще внизу этих ящиков до жопы. Неа. Неа. Фух. Неа. Подожди. Б-гамма. Может быть, стоит открывать, которые только Б? А я зачем-то Ашки открываю. Вот Б-Б-Б. С-С-С. Да, короче. Вот я лошара. Надо открывать только Б-шки. Б-гамма же нужна. Так, дельта. Зета. Вы что, гоните, что ли? Так я же бету и открывал. Это дельта. По-моему, они издеваются надо мной. А здесь будет А, да? А, вот опять Бшки пошли. Неа. Нету. Вот будет прикол, если нужно все открывать. Здесь нет. А не только Бшки. Но вообще, по сути, да, написано Б, значит, Бшки открывать надо. Неа. Так, Z. Дельта. Не, не то. Да ну нахер. Здесь нет. Нормально. Нету и нету, ты представляешь? Неа. Может, я не тем чем-то занимаюсь? Не, не то. Так, альфа, 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 бета. Неа. Уверена, что нету? Может, посмотришь внимательней? Не, не то. Фух, прошло 3 часа. Здесь нет. Да ну нахер. Здесь нет. Отлично. А, бета, 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 бэшка, 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 а бэшка, 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 б. Монетка. Это уже хорошо. О, еще бэшка. Неа. Неа. Офигеть.
Не-а. Может, не, я не что-то то. Невнимательно читаю? Зета, бета... Зета, бета, дельта... А, гамма, б-гамма. Стопе. Так может, их не все открывать надо? Вот, может, с-гамма открыть? Здесь нет. А-а-а. Так, б-гамма. Б-гамма. Ищем гамму. Альфа, дельта, гамма здесь нет. Все, я понял, короче. Здесь бэшки нету. Обалдеть. А это что? Это цешка. Может, внизу есть? Так, альфа, бета, гамма, б-гамма. Не-а. Да ну! Ничего не понимаю. Вы что, надо мной издеваетесь, что ли? Не-а. По-моему, это уже смешно становится. Реально уже смешно. Ну как это? Вот, значит, Б-гамма. Открыто тут нету. Подвинься. Зета... Б-гамма. Здесь нету. Хорошо. Фух. Лады, пошли дальше. Первый уровень. Здесь у нас С, а здесь у нас гамма. Нету. Правильно же я понимаю, нет? Здесь у нас с тобой нету. Б-б-б, 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 гамма. Нету. Альфа. Спокойно. Б-б-б, б-б-б, гамма. Что, здесь? Итак, кассету нашла я. Так, ну вот и умница. Фух, короче, нашли мы эту гребаную кассету. Нашли мы ее. И это хорошо. Где-то здесь был компьютер. Сейчас я попробую разблокировать. Нет, не тот комп. Кассету, которую мы с тобой нашли. Дискету, вернее. Там что-то интересное было написано. Вот он. Так, расшифровать. Доступ к кладовой. Фриц, ты, наверное, спал сегодня на совещании. Я ведь мог на тебя донести, когда я ясно попросил тебя сложить все предметы, изъятые у задержанных вместе с остальными, в гестаповский ящик в кладовой. Кнопка, открывающая дверь, находится под полкой рядом со стойкой приемных... со стойкой приемной в хранилище. Но код от ящика я тебе не скажу, потому что должен знать его наизусть. Ленивый ты недоделок. Бегом выполняй приказ твою мать, пока я не сделал за тебя... Подожди. Кнопка, открывающая дверь, находится под полкой рядом со стойкой приемной в хранилище. Я думаю, что я кнопочку и сам поищу. Итак, друзья, я предлагаю на этом на сегодня закончить. Я пошел искать кнопку. А вам спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Все, друзья, всем пока-пока.